Здравствуй, милый друг и дорогой подписчик канала «Жизнь в доме». Сегодня мы готовим быстрый рулет к чаю. В глубокую емкость высыпаем 1 пакетик ванилина или ванильного сахара. Белки отделяем от желтков. Белки добавляем к ванилину. Желтки отделяем в другую емкость. К белкам добавляем 5 столовых ложек сахара. К желткам добавляем 2 столовые ложки сахара. Белки и сахар хорошо взбиваем. Взбиваем желтки вместе с сахаром. Желтки должны посветлеть. Добавляем желтки в белки. К продуктам добавляем 6 столовых ложек муки. Аккуратно все перемешиваем. Добавляем 1/2 чайной ложки соды гашенной уксуса. В тесто вливаем 1 столовую ложку молока. Хорошо все перемешиваем. Тесто должно получиться как жидкая сметана. Противень застилаем пергаментом и смазываем его растительным маслом. Вливаем наше тесто на противень, распределяя его по поверхности. Предварительно разогретую духовку до 180 градусов отправляем в наш рулет. Бисквитное тесто должно находиться в духовке 10-12 минут. Как только верх теста станет золотистым, вынимаем наш бисквит. Сворачиваем горячий корж в рулет вместе с пергаментом до полного остывания. После остывания коржа отделяем от него пергамент и разворачиваем, хорошенько смазывая весь корж вареньем. Начинка может быть любая. Джем, любимое варенье. Я использую персиковое варенье. Плотно сворачиваем корж в рулет. Лишнюю начинку убираем. Для хорошей пропитки рулета и для его дальнейшего хранения обматываем рулет пищевой пленкой или же пергаментом. Приятного аппетита, друзья! Подписывайся на наш канал «Жизнь в доме», оставляй комментарии, ставь лайк. До новой встречи, друзья!